уже глючит именно вообще, баран летит. Что, загораем, да? Ребят, ну вот мы и въехали в Юту. Пески, тепло, почти как на пляже, только вокруг ни капли воды. Стас, выйди из машины, а? Котерчик, мантерчик, все у нас работает. Выйди из машины. Короче, вообще. Ладно, я вышел. Ай, всем привет, меня зовут Семен Махненко, и мы находимся в Юте. И именно этот штат нас приютил как старых добрых миллионеров. Справа скалы. Та-да-да-дам. Слева скалы. Та-да-да-дам. Сзади скалы. Та-да-да-дам. Так класс! Бесала, бесала мучо. Все индейцы скупили билеты на его концерт. Все плачут просто. Это легенда. В Америке сало нема. Поехали! Сегодня у нас команда глухих музыкантов собралась. Бомба вообще. Просто праздник какой-то. Раздеваемся, ныряем. Сразу сила вернулась. Вот где крокодил Гена нашел себе убежище в Юте. Вода, фантастика. Папа, я не крокодил. Ты что, смеешься, что ли? Ты сын крокодила, а что значит ты крокодил? Папа, бегом все сюда, это приказ, он не обсуждает. Никто не нырнет к тебе. Я не понял. Тогда мы домой не едем, мы едем еще 50 километров. О, начинается. С нами едет новорусский православный велосипедист Станислав Кабан. Эх, грудинка-то какая у тебя, волосатая. У тебя там велоблохи заводятся, нет? Веловоши. Велоблохи. Аюта, аюта! Это Колорадо, друзья, Колорадо. Колорадо, эти два выходных просто подарок. В один день бабушка Колман, наш брат, делает блинчики. Во второй день босс Кэн делает американскую индейку. Turkey! Очень вкусно. Прямо слюнки текут. А Семену не досталось. Жалко, конечно, Семену. Мы проходим по Колорадо. Сегодня уже въезжаем в новый штат, Нью-Мехико. Идем хорошо. Что-то по тебе не видно, что ты хорошо идешь. Сбивая черным сапогом по Нью-Мехико иду. You know you got everybody looking. Калифорния, Аризона, Юта, Колорадо. Пятый штат на нашем пути. Мы находимся в Нью-Мехико первый день. Сила воли у команды – это ключевой фактор победы. А. И ежели вы ей не обладаете, если не тренировать, не поддерживать, не подкачивать, то вы расслабитесь, американский комфорт убьет вас, боевой дух, и мы провалим операцию. Поэтому сейчас все в ледяную воду, в горную реку. Тишина, подходим к крокодилам. Так мы купаться не будем? Сейчас я подумаю. Слава небесам, может, еще и не скупаемся. Ищем место, где мы нырнем, но везде пока камни, везде мелко. Идем туда. Куда? Стыдно было искупаться. Туда. На север. Геннадий Викторович, это не река, это лес. Мне кажется, он хочет нас завалить в этом лесу. Спокойно, читали следопыт Фенемора Купера. Безголовые, за мной. Здесь пьют воду горные горные медведи. Семен, быстрее, ты срываешь экспедицию. Это мое полотенце. Семен, быстрей. Шорты. Здесь не ступала нога человека. Украинского человека. Значит, ставлю боевую задачу команде.
переправиться на тот берег. В 41-м люди штурмовали с оружием Днепр. А вы боитесь какую-то американскую речушку? За мной. А может, ты дальше поплывешь вниз по реке, и мы встретимся в Майами? Я плавал по реке 4-й категории сложности, без лодки, на бревне. Реки штата Нью-Мексико покорены, торжественно заявляю. Еще чуть-чуть, и мне отрежут ноги, потому что я их отморожу просто. Давай, Тимоха! Давай, Тимоха, мать гордится-то, Лень! Не до конца! Не сбей меня! Что случилось, братан? А чё? Реки Нью-Мексико дают женщинам красоту, мужчинам силу. Отлично. Когда ты искупался в этой реке, ты можешь включить режим трансформера сразу. Класс, класс. Валерчик, у тебя волосы увеличились на груди.